В эти минуты по всей России начались акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в медицинской части в колонии. Власти не согласовали эти митинги якобы из-за коронавирусных ограничений. Понятно, что многие люди все равно намерены были выйти на улицу, поэтому полицейские начали готовиться заранее. Сегодня днем в Красноярске в районе площади Революции выставили заборы и перекрыли прилегающие улицы. Во всех социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм и в телеграм-канале Прима ТВ мы ведем трансляцию с места событий. Подписывайтесь и следите. Но сейчас давайте посмотрим, что происходит на площади в реальном времени. Вот видите, людей пока не очень много. Никаких лозунгов и выкриков не слышно. В масках не все, как мы видим. Что уж тут поделаешь. Но людей пока не трогают. Бывали и такие случаи, мы все это помним. Заходите к нам в социальные сети и следите за событиями.